Всем доброго времени суток. Сегодня рассмотрим первое задание по подготовке к ОГЭ по информатике. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке. Тише едешь, дальше будешь. И даны варианты ответа. Первый 216 бит, второй 27 байт, третий 54 байта и четвертый 46 байт. Для того, чтобы решить данную задачу, мы должны сосчитать количество всех символов, не букв, а символов. То есть, включая пробелы, дефисы, черточки и знаки препинания. Я уже сосчитал, и количество всех символов у нас 27. Так как по условию задачи каждый символ кодируется 16 битами, мы должны 27 умножить на 16. Но при умножении получается большое число. И данное число у нас в битах. Но здесь минимальное 216 бит. Поэтому давайте попробуем 16 бит перевести в байты. 16 делим на 8, так как в одном байте у нас 8 бит. Мы получаем 2. То есть каждый символ кодируется двумя байтами. 27 умножаем на 2. 27 умножаем на 2. Мы получаем 54 байта. И у нас ответ под номером 3, 54 байта. И пишем ответ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч!